Здравствуйте, вы на канале Можжевеловый сад. Ну и что же мы купили нового для сада в питомниках? В первом питомнике, который я показывала, мы купили две гортензии. Первая гортензия Фантом, белая, красивая. У меня такой гортензии еще не было. Очень хочу посмотреть, как же она будет цвести. Правда ли она такая хорошая, как про нее рассказывают. И вторая гортензия — это полярный мишка. Тоже очень знаменитая гортензия. Все ее очень любят за огромные белые шапки. И тоже решила, сразу хотела посадить два фантома в композицию, но потом решила посадить все-таки разные. И фантом, и полярный мишка. Но так как они белые, две гортензии, я думаю, будут хорошо сочетаться. И в другом питомнике мы купили можжевельники. Первый можжевельник, обыкновенный репанда. Высота этого можжевельника до 50 сантиметров, он низкорослый, ну и в ширину может разрастаться до 2,5 метров. Ну, растет он не очень быстро, можно его длину сдерживать. Это уже достаточно большой, красивый можжевельник. Сейчас очень хорошо выбирать можжевельники в питомниках. Они уже восстановились после зимы. Уже видно, у каких можжевельников лучше молодой прирост. Советую выбирать те можжевельники, у которых видите много уже молодого прироста. Вот видите на кончиках. Советую такие можжевельники выбирать. Это говорит о том, что этот можжевельник уже готов расти, у него все прекрасно и выглядит он хорошо. Следующий можжевельник, горизонтальный, гласиер или глатиер, по-разному написано, очень красивый у него голубоватый цвет, высоту он будет где-то до 10 сантиметров, в ширину он тоже не сильно большой растет, где-то 1,5 метра, также красивый цвет, красивая, достаточно большая веточка. Видим на кончиках молодой прирост. Веточка живая и все хорошо. Также прекрасный можжевельник новый в коллекцию. И еще подкупили можжевельник просто для композиции. Купили мы его как Sheridan Gold, и я как-то в питомнике сильно не рассматривала, но когда приехала домой и достала его с багажника, я, конечно, очень засомневалась, что это именно Sheridan Gold. У нас в саду есть можжевельник Sheridan Gold и можжевельник King of Spring. Так вот, по мне, он больше похож на можжевельник King of Spring. Мне не принципиально было именно Sheridan Gold, просто мне в композицию нужно желтое пятнышко добавить. Поэтому я сильно не расстроилась, но если человек приехал за конкретным сортом Sheridan Gold, то, наверное, он бы расстроился. И сейчас покажу, почему я засомневалась. Вот посмотрите мой можжевельник Sheridan Gold. У него, конечно, есть немножко колючей хвои, но в основном он такой более мягкий. Вот, есть немножко колючий. Да? Но в основном он более мягкий, у него есть вот такие вот желтые мягкие веточки. А здесь таких веточек совершенно нет. Посмотрите, видно, насколько они разные. Вот это Sheridan Gold, а этот вообще не похож. Конечно, всякое бывает. Со временем можжевельники маленькие могут отличаться от взрослых экземпляров. Но мне кажется, что это совершенно не то. Они не отличаются, они просто разные. И сейчас покажу можжевельник King of Spring, который у меня тоже есть. А теперь сравним с можжевельником King of Spring.
Да, в горшочке можжевельник может отличаться от того можжевельника, который уже растет в открытом грунте, который уже зимовал в грунте. Но посмотрите, посмотрите, на цвет мы сейчас не очень смотрим, больше на форму хвои и вот этой еще частью. Здесь вот такой он немножко колючий. И этот тоже, он у него такие есть колючки. Он прям колючий. И этот колючий. По мне, с King of Spring они больше похожи. Ну, буду наблюдать дальше. Еще раз скажу, что я покупала этот можжевельник не как новый сорт для коллекции, а просто для композиции. Но теперь я не знаю на 100%, какой этот сорт, но мне кажется, что это все-таки King of Spring. Когда мы покупали King of Spring, именно когда я его только покупала, вот он был очень похож на вот этот можжевельник. Потом он немножко со временем, конечно же, изменился. У него тоже такие появились мягкие, более длинные веточки. Ну, тоже вот эта веточка, вот он больше все-таки похож. В любом случае саженец очень хороший, очень красивый, очень пушистый и будет выполнять свою задачу, добавлять желтого цвета в зеленой композиции. Вот такие вот новые растения появились в можжевеловом саду. Сейчас я к выбору растений подхожу немножко по-другому. Покупаю под конкретные композиции, конкретные растения. Покупаю красивые уже, достаточно большие растения. Но иногда, конечно, люблю купить и подешевле, если есть такая возможность. И еще, конечно же, покупаю новый сорт можжевельника, какой бы он ни был, подешевле, подороже, маленький, большой, потому что все-таки я собираю коллекцию, мне очень хочется, чтобы появлялись в коллекции новые сорта. Всем спасибо за внимание!